клубничка, на котенок. Молодая вишенка моя, клубничка моя. И Александр Родиона продать. И вечером живая музыка, дискотека. И чай, кофе потанцую, вот пиво полежи. Пошли, поехали. Ресторан Ира и Надя. Сестры. Обязательно придем. Ну, наконец-то, зайка моя. Помидоры, помидоры, овощи. Молодая вишенка. А меня Олега зовут, Олега зовут. Очень приятно. Очень приятно. Как рада видеть тебя. Олежка. Олежка зовут. Зайка моя. Олежка. Молодец, Олежка. Да, не будет забыть. Хорошо, не забудем. Не будет забыть. Она, я говорю, о, вот и лучше. Почему? Потому что она папа. Нурка. Мама. Бобер. Это называется метис. Метис. Это Антон. Это, видишь, скрещенный. Антон, пожалуйста, скажи на камеру, кто папа, а кто мама. Я тебе объясню. Это... Это метиша. Метис. А папа кто? Папа Нурка, мама Попера. А, понятно, понятно, да. Понял? Понятно, да. А это не Попера, поэтому она кладет ничем Попера. А, метис. Поэтому метис. Она толстая. Шуба метис, да, это? Да, метис. Чтобы Нурка, папа, мама Попера. Ага. Понял? Все, понял, да, понял, да. Спасибо. Ага, ничего страшного. Труба тручим чинги. Понял? Ты знаешь... Почему они толстые? Потому что она называется папа Нурка, мама Попера. Называется метисия. Угу. Понял? Понял, да. В этом здании Лео самый главный человек. Кто король, королева, президентский премьер-министр другой страны. Приехали сюда, они там встречают. 7 лет назад Владимир Путин. Знаете, да, кто это? Да. Ваш президент. Да что? Я 7 лет назад Владимир Путин видела прям живой. Самый красивый. Но он похож на Тайса. Почему? Почему? Рост его маленький. Еще один человек похож на Тайса, чем Владимир Путин. Кто это? Медведки. Еще меньше. Но красивый, без проблем. Господа, в аэропорту видела, приятно было. А вы настоящие русские, настоящие русские видели Владимира Путина? Да. Нет, да? А видели? Я подделка видела. Да, подделка русская видела Владимира Путина. Подделка. Господа, еще в этом здании 18 числа ноября. Обама тоже был. Одна ночью спал. Да. Обама? Владимир Обама. Тоже одна ночью спал там. Да. Сейчас Обама там никого. А? Обама это не похоже? Ой, не похоже. Там что не маленький. Только свет черный. Похоже на Тайса. Да. А вы любите белых, поэтому да, не любите его. Да, мы любим его, белые, да? Потому а что черный, когда темно, не видно. Я еще раз говорю, выйди отсюда! Только можно говорить, я на госуслугах регистрировался, вообще без очереди могу. Какие нахуй госуслуги? Какие тут очередь стоит? Я стою в очереди. Я на сайте регистрировался. Ботаник пришел сюда и качает права. Кто ботаник, а вы... Чубака, блядь! Ты с кем разговариваешь? Так, пошел отсюда! Быстро! Напай сюда! Чубака, блядь! Да, что это происходит? Госуслуги у него! Пошли нахуй отсюда! Я прав? Я прав? Ты прав. Пошли нахуй отсюда! Нахуй отсюда, шлюхи, пошли! О, ебаться любишь? Очень? У нас все круто. У нас охуенно. Закончился день съемок. Давай я тебя выебу. Пошли поебемся. Не хочет. Не любишь ебаться? Иди. Ничего себе. Эй, мразь. Хочешь, я тебя выебу, а? Может, пососешь меня? Не хочешь? Ой, больше, чем я думала. Да. Давай пососи. Блять. Пиздец какой-то. Ну хуй возьми, ёпта. Ну пошла нахуй тогда.
сейчас. Если его предать, так не убегут. А с тарелки прям высыпай туда. Ауч! Я как раз таки от этого и боюсь. Так сыпанула и отбежала. Давай. У нас сковородка не такая. Holy crap! Дай бог ты насрёшь на меня. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Блять, поезд, сука! Вылазь, Эльдар! Да вылазь, блять! Пизда! Пизда! Пиздец! Сука! 这个切西瓜呀, 讲究的是稳准狠, 还有你的爆发力. 双击! Лера! Лера, родная моя Лерочка! Для меня нет значения, кто ты по национальности. Я от тебя без ума, безумно счастлив с тобой рядом быть. Твое прикосновение, твой взгляд, просто что даже твой запах, запах твоего тела, для меня это очень много стоит. А ты нюхал? Так, да. Это, убери тогда. Нет, я сейчас паузу нажал, пока вот я успел. Все, включай, да, включай. Поклянись Аллахом, что паузу нажал. Давай, пауза. Все. Нет, когда я так сказал, нюхал. Я паузу нажал и спросил, да? Ненужные слова ты будешь останавливать? Нет, брат. Все, давай включать. Не нужны слова, будешь убирать? Да, я уже вырезаю, давай. Все, включил. Давай. Я тебя очень сильно люблю. Ну пойми, ну сколько будем прятаться, сколько ты будешь в девках оставаться? Хотя бы разреши мне с тобой несколько раз побыть. Я тебе плохого никогда не причиню и не думай ты об этом. Я нормальный, состоящий, полноценный человек. Я без ума от тебя. Ты хоть пойми, что такое любовь.
Я не могу без тебя жить. И мне перед тобой сказать, я не стесняюсь перед тобой открыться с душой. Я тебя обожаю. Аллахом клянусь, миром, небом и Кораном клянусь. Я тебя люблю. Аллахом клянусь, что я тебя сильно люблю. Не просто так, что бывает с тобой побыть и бросить тебя. Никогда этого не будет. Пауза. Давай, теперь скажи. О, Аллах, забыл. Значит, руку об руку, давай. Давай, все, включай. О, Аллах. Дай нам счастливые дни, чтобы мы шли руку об руку, ногу об ногу. Это жопу об жопу. А, не так, не так. А еще как? А, говори. Лера, ты пойми, что от твоего сердца ключи у меня. Я а, есть... Покажи их. А? Ключи покажешь? Да, такой ключ. А, давайте, все, включи. Ты знаешь хоть какой ключ, я о каком ключе думаю? Ну, брат, я понял, да. Бля, половые отношения, это не ключ. Я чуть больной, да не понимаю. Давай. Цинкс, включил. Ты эти слова записал? Это я паузу нажал сейчас. Поклянись Аллахом, что ты не записал, на пахану своему покажет, пиздец, что будет. Сейчас, да, сейчас включу. Включать? Да. Все, включу. Семечки не грызть. Лера, родная, от твоего сердца ключи у меня. Твои глаза... Твой взгляд, твои губы, это просто стопроцентная любовь, вечная, вечная любовь, огонь страсти, полноценных желаний, отношений к тебе от меня. Это танец посвящается Ринат. Дальше говорим, да. Ринат, Ринат, я хочу тебя, я люблю тебя, я без тебя не могу жить. Сломай меня полностью. Сломай меня полностью, скажи, да, по-братски. Сломай меня полностью. Да. Ломай меня. Да ломай. Он тебя сломает, бля. Он тебя загрызет, бля, как... Или, по-моему, пришли. Он тебя как семечку сгрызет, бля. Кристина, ой, кто, как ее зовут? А, Лера. Лера. Лера, это бабушка пришла твоя. Лера. В окне смотри. Бля. Да бабушка стучит, бля. Я говорю, без ума, нахуй, давай.